Так, тонкостью укладки пеноблоков на пенобетон. Вот, допустим, у нас появляется зазорчик. Зазор здесь где-то 3 миллиметра, здесь, наверное, 1-1,5. Да, можно больше с одной стороны пены положить, подождать, пока она высохнет. Но момент угадать достаточно сложно, когда она высохнет. Поэтому я использую вот такие сеточки. Оно как армирование идет. И вот двойная сетка с одной стороны. Сетка 1,4. Во-первых, усиление идет, армирование. Во-вторых, мы выправляем. То есть на один край мы под блок кладем сетку двойную. Вот этот зазор, чтобы убрать. Вот он достаточно такой большой зазор. Здесь поменьше. Ну, я использую сетку. Она у меня есть, у меня много ее, 20 метров. Вот так я выправляю. Сейчас проверим. Положим сетку, посмотрим.